известно, тосовцы – главные помощники городской администрации. Именно они – связное звено между властью и населением Сочи. Мы сегодня видим, что это реальная власть, это реальные наши помощники. И это настоящие добросовестные патриоты своего города, вот, которые действительно многое сделали. И я очень благодарен им за совместную работу, за то, что наш город с каждым годом, с каждым днем даже становится все краше и краше. В этом есть и их участие. Участвуют активисты ТОС во всех городских мероприятиях, начиная от общехозяйственных, касающихся благоустройства микрорайонов, до культурно-массовых. Лучшим назван сегодня ТОС Мацеста. Его председателю Ольге Акуневой вручили кубок. Остальные участники встречи рассказали, что в 2015 году у них предвидится много работы, в том числе и в новогодние дни. Вот новогодний сейчас праздник наступает. Очень многие семьи не имеют возможности своим детям как-то праздник устроить. Мы делаем подарки. Ходим по домам, поздравляем эти семьи, поздравляем детей. К ветеранам многие дома находятся в одиночку. И наши визиты радуют их, разнообразят их жизнь. Что касается города, то подготовлено более 100 праздничных мероприятий, которые порадуют сочинцев в новогодние каникулы.